Друзья, всем большой привет! Вы на канале Вяжем Дома, и сегодня я к вам с обзором. Приехал долгожданный узелковый люрекс, приехало много его цветов. Потом приехал монгольский кашемир, тоже многие его ждали, и приехало много шикарных цветов пуха норки. Итак, давайте с чего начнем. Так, давайте начнем с кашемира. Его не очень много, заказала немного, я просто спрос еще тогда не знала на этот кашемир. Теперь знаю, что его хотят многие, и нужно будет заказать побольше. Итак, давайте посмотрим, какие цвета приехали. Во-первых, приехал 01 цвет, это белый. Девочки, кашемир натуральный, я его подожгла. Комочек весь рассыпался, не осталось никакого осадка, и пахнет шерстью, так что 100% натуральный кашемир. Вот такой вот розовый номер 2, и есть вот такой вот розовый, чуть поярче он, и он типа таки с таким меланжевым эффектом немножко. Это номер 30. Два вот таких вот бежево-молочных цвета. Первый 3 номер, а второй 46. Вот они, в принципе, одинаковые. Вот этот только однотонный, а вот этот тоже с немножко таким меланжевым эффектом. Приехали вот такие вот сине-голубые. Голубой номер 33. Номер 41. Джинс цвет очень красивый, мне понравился. И вот этот синий тоже мне понравился. Мужчинам на шапке, свитера, на варежке, на перчатке просто будет идеально. Номер 45 и... Номер 41. Вот они два. Очень такие, смотрите, какие насыщенные, красивые оттенки. Прям такие богатые. Вот такой вот фуксия. Очень модный в этом году. Он у вас ближе такой, как к марганцовке, что ли, цвет. Это вот прям такая фуксия-фуксия. И такой, причем, красивый, насыщенный, богатый оттенок. И вот такой вот зеленый, тоже модный в этом году оттенок. Номер 44 и номер 31. Смотрите, какие красавцы. Серый классический, светло, такой средний серый даже. Номер 11 тоже немножко такой меланжевый эффект имеет. И натуральный, 22. Я пока готовила снять это видео, остальные все оттеночки подразобрали. Их было там немножко по 20 штучек, вот уже разобрали. Затем давайте посмотрим на шишибрики, так называем, узелковый люрекс. Вот столько красоты приехало, столько его много. Так, смотрите, вот это вот просто не узелковый люрекс, а вот такой вот тоненький люрекс. Здесь идет бобинки 50 грамм 700 метров. Стоит 280 рублей, такая красота. Вот это вот люрекс серебристый он есть. И остальные узелковые. Только смотрите, есть люрекс, он который прям с люрексом блестящий. А есть вот такой вот тканевый. Он не блестящий. Называется он тоже люрекс. Вот с такими вот узелочками. Для чего нужна эта ниточка? Самостоятельно из нее не вяжут. Ее добавляют. Можно добавить к кашемиру. Можно добавить к пуху норки, к мериносу. К хлопку очень хорошо добавлять. Красиво смотрится на лето. В шапки добавляют. В свитера добавляют. Я вязала паутинку из махера, у меня есть мастер-класс на канале, и добавляла вот такой вот голубой люрекс. Мне получилось. Сейчас я вам покажу, как получилось. Вот моя паутиночка. Ну, не паутиночка, а легкий джемперок с этим люрексом. Я голубой номер 21 добавляла. Вот он, как смотрится вот эти вот, видите, узелочки. И в итоге полотно, оно такое какое-то фактурное получается. И классно смотрится. Мне очень-очень понравилось. Намного лучше, чем смотрелся бы обычный махер. Ну, как по мне. Тем более сейчас мода такая идет, знаете, на фактуру больше. Что можно связать обычной лицевой гладью, добавить вот такой вот узелковый люрекс. И получится очень классно. Так, давайте по цветам пробежимся. Итак, классические такие цвета, можно сказать. Это первый номер золотой, второй серебром. Золотой также есть. Вот такой вот, 47-й. Смотрите, какой классный.
И вот такой вот, такой прям желтое серебро, тоже очень-очень красивый. Вот этот вот голубой, я этикеточку, ну, вытащила и смотрю сейчас, только увидела, что без этикетки. Но если я не ошибаюсь, он номер 21. Потом, вот есть такой розовый и сиреневый, 18 и 20, немножко они оттенками отличаются. Такие в зелень. Это номер 22 и 23. Оба такие шикарные. Номер 45. Смотрите, он к норке, к примеру. Вот 888. И вот такой вот. Классно будут вместе смотреться. Это номер 45. Есть вот такой вот. 48 и норка джинс 847. Тоже смотрите, хорошо будет, как смотреться вместе. Так, черные. Какие есть черные? Вот такой вот черный, просто черный номер 8. Черный с медными такими переливами, узелочками. Тоже классно смотрится. 44. И вот такой вот черный 41 фантазия. Смотрите, какой классный. 43. И смотрите, есть люрекс. С люрексом, который такой, ну, блестит. А есть вот такой вот узелковый люрекс. Он ткан, из ткани. Он такой тканый, он не блестит. Номер 17. Номер 27. Это уже такие летние цвета. Смотрите, здесь ниточка, она такая фактурная. Такие вот на ней узелки классные. 19. 33. 54. Вот единственное, у него ниточка, она такая потолще. Вот даже видать, видите, бобинка вот эта вот. И здесь намного она побольше. Сама ниточка вот такая вот потолще. И узелочки на ней такие побольше, пофактурнее. Это 54 номер. Затем 52. 37. 46. Нет, это тоже блестящий. 46 тоже, смотрите, какой классный. Есть 46 и есть 15. 15 тканевый, а 46 с блестками. В одной цветовой гамме. И вот такой вот синий. Тоже тут фактурные и большие узелочки. Так, люрекс все. И, естественно, этот обычный люрекс. Это он без узелочков идет. Так, давайте теперь я пух норки рассмотрим. Итак, пух норки. У меня очень-очень много цветов. Здесь представлены не все, которые есть на сайте. Если кому-то другой цвет нужен, которого здесь нет, ищите на сайте. Может быть, он там будет. Итак, пух норки. Это, наверное, самая популярная пряжа, что есть на данное время. За последние 3 года, наверное, она пользуется просто бешеной популярностью. Она, потому что она мягкая, очень теплая. Она идеально в носке. Она не сыпется, не колется, не закатывается катышками. Все в ней идеально. Она отлично подойдет для вязания зимних и весенних аксессуаров. Варежки из нее получаются очень теплые, шапки теплые. Для свитеров, для кардиганов все из нее вяжут. Расход у нее небольшой. Кстати, кому интересно, я сейчас вставлю фото, потому что вы постоянно спрашиваете про расход пуха норки, сколько надо моточков. Я вот вам вставлю фото, вы там можете все посмотреть, все, ну, сколько моточков, для чего надо. Я тоже люблю пух норки. Недавно у меня вышел мастер-класс по вот такой вот ушаночке. Я вязала ее из пуха норки. Смотрите, как классно. Он смотрится. Также у меня есть вот такая вот шапчонка. Я дочке в том году или в позатом вязала, но она в этом году ей уже маловато. Она ее носила вот с таким вот помпошкой. Ну, вы смотрите, как она смотрится. Это единственная зимняя шапка у нас, которая без подклада. Он сюда реально не нужен. У нас та зима была холодная, минус было 20-25, даже минус 30. В этой шапке абсолютно было не холодно ребенку. Связано, по-моему, в 4 ниточки.
Это моя любимая шапка, когда у нас начинается меньше минус 10, я всегда достаю ее. Тоже вы посмотрите, она не закатывается, ничего с ней не сделается. И как видите, что вроде на вид не очень стала, вы ее постираете, и она будет опять как новая. Потом мама у меня моя ходит. Вот это вот, кстати, 0,45 цвет здесь. У меня его нету, я не достала, не представлю. Вот цвет классный, омолаживающий, яркий. Она вот такой вот бини из платочной вязки связала и не хочет снимать. Она из тех женщин, которые раньше покупали шапки на рынке, знаете, такие большие, с косами, там не пойми, что больше головы. И постоянно мучилась, не могла найти. Так вот такая вот модель обычная. Ей очень-очень хорошо, и моложе она стала, чем 10 лет назад ходила в тех шапках. Потом, что еще можно вязать? Можно вязать из пуха норики, косынки. Вот у меня косыночка есть. Очень-очень теплая, мега теплая. Кто работает в офисе, у кого прохладно, вы можете в ней как, ну, прийти по улице и также просто накинуться этой косынкой, сидеть. Она реально очень теплая и согревает. Потом классные свитера, джемпера. Кто ищет вдохновение, можете посмотреть в интернете. Очень-очень много. Так, давайте пробежимся по цветам. Так, 801 самый популярный. Потом не менее популярный 046. Смотрите, сделали новый 888 аж. Вы посмотрите, какой он классный. Вот этот вот более молочный. Вот этот бежево-молочный, я не знаю, как называть. Но цвет он очень классный, просто нереальный. Вот приглядитесь на джемпера, на свитера, на кардиганы. Скоро весна, на весенние береты в две ниточки. Просто идеально будет. В нем будет и тепло, и продуваться не будет. Потом серые оттеночки. 802, 803, 804 есть еще. Я его не достала, не успела. Ну, забыла. Есть вот такой вот 855. Пух норки хороший, качественный. Раскрытие я показала, потому что многие спрашивают, там пушистый, нет. Пушистый вот какой он. Так это одна стирочка только, после второй он еще больше распушится. Затем популярные цвета сухая роза 851, джинс 847. Они такие два красивых припудренных цвета. Мятные. Мята и лед. 048 и 848. Они похожи, но 848 он такой понасыщеннее. Смотрите, желтый, есть 888, есть 824. Если номера разные, скорее всего, должна быть разница в них, но я этой разницы не вижу. Так, 831, такой припудренный розовый, вот из него шапочка связана. Затем такой оттенок лайм, 061. Вот такая вот горчичка между горчицей и оливкой, 843, тоже очень красивый. Такие вот рыженькие есть цвета. Можно, кстати, свитера, да, связать, совместив их полосками. 060 и 831. Так, зелененькие оттенки. Есть 805, есть 0,42, по-моему, он тоже наподобие такой же зеленый. 0,53 и 832. Вот хаки тоже к зеленому можно. Тоже красивый 883. Смотрите, вот новые оттенки с этого года. H890 и H889. Просто шикарные оттенки. Они подойдут как взрослым, так и деткам. Очень-очень красивые. Также новый оттенок шампань 065. Смотрите, какой классный. И 832, он и раньше был прям какой-то такой розовый, а сейчас он стал такой светлая пудра, что ли. У него как поменялся оттенок. Затем сиреневые не принесла. 821, есть 844, чуть понасыщеннее. Тот, наверное, сиренево-синий, я бы так сказала. Фиолетовые оттеночки 808 и 823. Потом вот такие вот синие. Синие также есть 820, 842 или, ну, что-то в этом вроде темно-синие. А вот это тоже новый 069, такой голубоватый меланж красивый. 068 тоже новенький. Такой вот 856 красивый. Он чуть-чуть засвечивается на видео. Он такой... Чуть-чуть он не такой, как вы видите.
Как вот такой вот натуральный 835-й есть, 816-й. Розовый такой поярче, 813-й. Что у нас? 054-й, 830-й. Есть оттенки также фукси, 807-й, 874-й, просто не показываю. Вот такой вот шоколад, 854-й. Ссылочку я вам на сайт оставлю в описании к этому видео. Вы переходите в раздел «Пухнорки», «Кашемир» в разделе «Кашемир», «Люрекс» узелковый в разделе, где «Люрекс», по-моему. Ну да, «Пайетки» и «Люрекс», как-то так он называется. Отправка у меня почтой и с деком. Вы когда при заполнении укажете, что вам нужно почта или с дек. Если вы хотите с деком, то, пожалуйста, напишите пункт выдачи, на который вам отправить, на котором бы вам удобно было. Потом, как происходит оплата. Оплата идет на карту Сбербанка. Вы делаете заказ. Я проверяю его по наличию. Если все есть, я вам отправляю реквизиты. Вы оплачиваете, я вам отправляю заказ и присылаю трек-номер. По этому трек-номеру вы отслеживаете свой заказ. Если вы заказали почтой, то на официальном сайте Почты России вы вводите в строку этот трек, который я вам прислала, и смотрите, где ваша посылочка. Если она пришла уже к вам, то можно идти получать. То же самое и с трек-номером с дека. Только отслеживание идет на сайте с дека. Здесь все очень просто. Доставка, ну, не особо дорогая. Она там идет от 200 рублей, в зависимости, конечно, от региона и от веса посылки. А, еще забыла вам, знаете, что показать? Забыла вам показать красивый цвет кашемира. Вот же еще какой есть. 37-й цвет такой сирени. И каждый моточек кашемира идет с вот такой вот дополнительной ниточкой. Дополнительную ниточку вы можете использовать, а можете нет. Она идет для того, чтобы он лучше держал форму. И если вы вяжете шапку, чтобы меньше она растягивалась. Если вы вяжете свитер, в принципе, не обязательно добавлять, так как это дополнительная нить. Это все равно синтетика, полиамид. И кто не хочет, можно и не добавлять. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Жду ваши заказы. Очень-очень безмерно просто благодарна вам за то, что вы заказываете у меня. На этом все. Всем пока.